Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня 13 июня 2023 года, Санкт-Петербург, если точнее Кудрово, я нахожусь в парке. Вот, и сегодня мы с вами позанимаемся здесь, в этом замечательном парке. Погода такая нетипичная, наверное, для Питера. Солнечное, замечательное тепло. У нас будет не такая большая по времени тренировка, но она будет. Вот, только что закончилась летняя школа Ицуань, Московская область, Звенигород. Отлично позанимались с 6 по 12 июня. Сразу приехал в Питер, провел вечером семинар в Питере, и вот Кудрово. Ну что, друзья, вот уточки у нас такую картинку красиво создают. Фубао Джуан продолжен по четвертому уровню работать. Напомню, что Яншен позиция отличается тем, что у нас руки не так высоко. Вот. Обратите внимание, локти выносятся за силуэт тела, также, чтобы не было вот такого положения сжатого, примерно 90 градусов, и пальцы поворачиваются навстречу. И вот такая круглая позиция, локти чуть-чуть ниже уровня ладоней. Отстроили позицию, сосредоточились, отпускаем все лишнее напряжение, расфансунились, это легко делать в этом месте. Макушечка подвешена, между стопами работа начинается, пошли раскачивать усилия внутри тела. Тело неподвижно, а внутри него есть движение. Если точнее, мы говорим о микродвижениях небольших. Назад, вперед, добавили назад, наружу, вперед, внутрь, назад, вверх, вперед, вниз. Фу, хорошо. Дышим. Легко, свободно. Проверили позицию куа. Назад, вверх, вперед, вниз, шар приподняли, притопили. Так, легенько, хорошо. Наружу, внутрь пощупали усилия, попритирали. Фансу. Вот так развернусь немножко боком. Поработали так минут 5-10, и далее мы будем работать позиции пинбао, позиция динбабу стоп. Формируем позицию стоп динбабу. Вес тела смещаем немного назад, растянули наши пружинки, довернули до фронтального положения и коротко на амплитуде начинаем притирать усилия. Руки уже выше на уровне плеч. С одной стороны минут 5-10 поработали, и потом другую сторону прорабатываем.
Вот так отлично. Простолбили, а дальше мы поделаем с вами цепи шили. Итак, вспоминаем, у нас работа на раскрытие. Если вот по оси брать, то в перелистающей рука примерно под 45 градусов, сзади под 90. В перелистающей рука чуть больше вверх, здесь чуть меньше. Формируем правильно ладони, вот такой изгиб, как фубао мы держали. И передняя стопа ввинчивается, дает усилие на винчивание. Начинаем спокойно. Усилие до макушки работы. И постепенно добавляем скорость без потери качества. И другая сторона. Спокойно вначале. Добавляем скорость. Каждый раз собираем позицию хуньон-джон. На шагах мы сделаем на этой замечательной дорожке. С приставным шагом работаем. И на движение назад. Другая сторона. Назад. И второй вариант с шагом моцабу, со смены ног. Касание стопы и усилие. Вот, как я говорил, тренировка у нас небольшая по времени. Сегодня много дел еще предстоит. А завтра, друзья, и уже из Санкт-Петербурга выезжаю в Крым, в город-герой Севастополь. И надеюсь, там у нас будут наши ежедневные тренировки проводиться. Итак, традиционно шингуй чешую и спецстолбы. Подготовим суставы. Четыре в одном. О, хорошо. Шингуй чешую за убу на шагах. Mm-hmm.
Фухуджан. Другая сторона. Есть Сянлунджон. Другая сторона. Дулиджон. И другая сторона. Друзья, хорошего вам лета, хорошего дня, хорошего настроения. Будьте здоровы, укрепите свой дух. До встречи. Завтра утром я еще раз в этом парке, пожалуй, проведу для вас занятия. До свидания.